Новые меры поддержки получат предприятия, занимающиеся глубокой переработкой древесины Верхневолжья. На эти цели из регионального бюджета выделят более 189 миллионов рублей. Напомним, что начиная с текущего года компаниям, работающим в этой сфере, будут предоставляться льготные займы на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений. Также они получат субсидии из регионального бюджета на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов. Планируется, что субсидии будут предоставляться, исходя из ключевой ставки Центробанка на момент заключения соглашения. Льготные займы в размере до 50 миллионов рублей планируется выдавать под 1,5% годовых и сроком до 5 лет.